зовут Молот. Вот здесь, на втором этаже, чуть дальше туда, было мое последнее место работы. Это отдел стратегического планирования. Прямо по центру тут где-то на втором же этаже кабинет директора. Так. Ну и, соответственно, обслуживающие там отделы, организации. Как бы. Я смотрю, только сейчас заметил, магазин они перенесли. Оружейный. Наверняка там есть оружие. Может, даже зайдем попозже. На обратном пути. Сейчас наверняка у них тоже обед. Так. Еще раз, как бы Молот, как раз над нами вывеска всегда была эта. Сейчас там елочка подросла, закрывает немножко. Ну, ничего, даже очень уютно. Так, ну.